Всем привет, ребятушки! Вышли с Бруно на прогулку, у нас пацерик. У нас сегодня 17 сентября. Кто-то немножко утомился, перегрелся. Мы только что набегались, напрыгались. Напоила его водой. Но так, чтобы вы понимали, Бруно бьет воду так, что он весь в воде, да? Лапы в воду засовывает. Еще у нас нет бутылочки-поилочки. Но дело в том, что я ее пока не покупаю, потому что я не могу найти именно то, что я хочу. Вот эти все маленькие такие бутылочки. Ну, кто собачники, кто этим пользуется, те понимают, о чем я говорю. Они нам не совсем подходят, потому что Бруно надо всунуть нос, всунуть мордашку в воду. То есть ему надо немножко, можно так сказать, покупаться. Бруно, смотри, какая палка классная. Как раз для тебя. Цо? А ну, хоть шибко. Ходи тутай. На. Шукай! Маленькой собаке надо самые большие палки, да, собирать. Ой, как тут хорошо в тенечке. И куда ты ее понес? Домой? В общем, видела такую классную бутылочку. Вернее, это не бутылочка, это поилочка. Она силиконовая, она одевается на саму бутылку. Получается, в сложенном состоянии она накрывает, как чехол, бутылку. А когда вам нужно попоить собаку, вы ее просто выворачиваете и как раз с бутылки выливаете воду. Вот такой вариант, наверное, нам больше всего бы подошел. Я видела эту леечку у кого-то из блогеров. Честно говоря, сейчас я не припомню, потому что я в последнее время очень много смотрю видео именно про собак, про лабрадоров, как они себя ведут, как их дрессировать. Ну, понятное дело, да, у нас есть теперь собака, и нужно как бы больше знать информации. Нам пока еще сильно активно нельзя гулять, сказали недельку хотя бы посидеть еще дома, но с другой стороны, мы дома на улице тоже гуляем постоянно. Я думаю, ничего страшного, что мы походим чуть-чуть по полям, по лесам, потому что, ну, когда ребенок гуляет, то он приходит домой, кушает и ведет себя нормально, адекватно. А когда ребенок целый день дома, то он творит такие вещи, что просто в голове не вкладывается. И иногда мне кажется, что он просто разрушит весь дом. А то, что мы все погрызанные, покусанные, поцарапанные, вы посмотрите, как он мне руку расцарапал. Я уже боюсь вам показать, что с моими ногами. Болит это очень сильно. Эта рана у меня постоянно кровит. В общем, о чем я там говорила. Что, да, я понимаю, что ему только 3 месяца исполнилось. Да, возможно, как бы не нужно торопиться, и пусть бы он больше находился дома, нежели гулял, спацировал. Но это не про нас, это не про Бруно, потому что Бруно очень быстро растет и очень много требует внимания. Это я говорю не к тому, что вот у нас такая собака, которая быстро так развивается, нет. Я просто смотрю других блогеров, смотрю видео, и я вижу, как у людей щенки в 3 месяца себя ведут. Они более спокойные, они так сильно не бедокурят, как Бруно. А Бруно у нас просто, я не знаю, просто комета, бомба, петарда, взрыв, салют, все вместе в одном флаконе. Обычно у других людей собаки где-то в 5-6 месяцев начинают вот так все грызть, ломать. Наш начал гораздо раньше. Ну а что сделаешь? Кто-то? Бруно, кто-то? Кто-то? Шукай. У нас сегодня очень жарко. Я вообще не знаю, почему я так оделась. Одела спортивные штаны. Ну, я, в принципе, знаю, почему. Чтобы Бруно меня не царапал. Потому что у него привычка прыгать на ноги, от которой я пытаюсь его отучить. Но не совсем успешно это получается. Что там? Змонтёна собачка. Слышишь, птичка? Птичка. Пошли дальше. Ой, на самом деле в тенечке очень хорошо гулять. И пахнет, знаете, такой начинающей осенью. И временами
летом, потому что еще такая трава кое-где сочная, прям на нее наступаешь, прям чувствуется этот запах травы сочной, вкусной. Да, Бруно? У нас тут бензамине, в принципе, погулять негде. По-хорошему лучше куда-то выезжать. Но, с другой стороны, для того, чтобы спустить пар, сделать все свои туалетные дела, вполне достаточно и прогулки по такой местности, по полям. Есть куча палок. Так что гуляем, да? Малыш, малыш ты мой, язык вывалил. Только что воды напился. Воду надо постоянно с собой брать, поэтому у меня целая тут сумка. Здесь у меня сухой корм. Еще раз напоминаю, Бруно, мы не кормим сухим кормом. Этот сухой корм у меня исключительно для того, чтобы дрессировать собаку. Вот, потом у меня контейнер тут для воды. Вода. Что там еще? Мешки для какашек. Салфетки на всякий случай, эти бумажные полотенца. Ну, в общем, целую сумку с собой взяла. Ну, потому что мы сегодня планируем подольше погулять, поэтому припаслись всем необходимым. Вчера вечером мы немножко перед сном прогулялись, но мы с собой практически ничего не брали. Только брали пакеты для какашек. По-моему, кто-то сейчас будет делать по-большому. Как-то что-то он так ищет. Хотя, может, новый запах какой-то унюхал. Пока все эмоции его поймешь. Каждый раз что-то новое, каждый раз что-то необычное. Каждый раз что-то для себя открываешь. Да, Бруно? Кстати, Бруно весит уже 10 килограмм. И нам уже 3 месяца. Такие мы большие. Да? Большая взрослая собака уже. Было бы круто, если бы мы еще зайца сейчас встретили. Вообще было бы замечательно. Или какую-нибудь птичку. Но что-то никого не видать. Пей, не балуйся. Нам еще домой дойти надо. Пей, не балуйся. Видите, как он пьет? Переливать любит. Бутылку забирать. А еще он любит лежа пить. Морду положит в воду так вот и лежит. Не ломай, судочек, Бруно. Ай, ты меня за палец укусил. Так, ты пьешь или нет? Бульбушки пускают носом. Бруно, не ломай. Все судочки поломал. Ну, уже поломал. Куда мы будем воду наливать? Ужас. Не ломай. Пей. Ты слышишь, что я тебе говорю? Добро, Юш, не хочу, что... Все, до видзеня. До видзеня. Пусть. Ну, а мячик куда дел? Маленький привал. Я Бруно голову чуть-чуть намочила. Сейчас чуть-чуть посидим, я доредактирую видео, пойдем дальше. Кто-то тут решил перекопать всю дорогу. Я, конечно, буду грязная вся. Все, что на мне, в стирку. Вот они прелести, быть собачником, вся грязная, вся в шерсти, это только у нас начало дороги, бабочки летают, хорошо так. Взяла ему мячик с собой. Ой.
Давай. Дай. 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 Куда я тебе кину? Тут я впереди увидела что-то странное. Слегка, честно скажу, даже немножко испугалась. Похоже на могилу. Возможно, кто-то похоронил своего домашнего питомца, но единственный у меня вопрос, а почему 5 крестов? И зачем делать такую высокую горку? И почему именно в лесу при дороге? Очень странно. На минутку повеяло какой-то сектой, и я подумала о том, что лучше уж мы с Бруно побыстрее уйдем с этого жуткого местечка. Ну, как-то не совсем приятно за этим наблюдать. Молодец, пойдем, смей там. Далеко-далеко нас ждут. Пойдем домой. Сколько тут шишек, прикольно, да, Бруно? Пойдем, зайчик, пойдем. Зачем шишки ешь? Пошли. Идем мы, ребята, идем. Осталось нам практически чуть-чуть. Сейчас тут буквально 3 метра, потом поворачиваем налево. И через поле к магазину, а там уже пойдем по тротуару. Бруно, пойдем, пойдем. Бруно, не отставай. Бруно, шибко. Догоняй. Рядом иди. Воду мы всю выпили. Я, конечно, брала не полную бутылку. В следующий раз. Бруно, заставь ту бутылку. Она брудная. Заставь. Не, все равно взяла, понял. Любовь, бутылка. Пойдем здесь через поле. Вот наша бутылка. Я бы с удовольствием дала ее Бруно, чтобы он ее понес. Но дело в том, что он ее где-то сейчас оставит, а мне потом грязную в сумке нести неохота. И так у меня и судочек грязный, и это как его, мячик его. В общем. Устал, я ему голову чуть-чуть намочила. Ну, тот, который привал мы делали, мы там посидели буквально, я не знаю, 2 минуты от силы. Устала собака, устала. Чуть-чуть нам осталось вот так вот через поля. Там где это, где? Наверное, вот это где красная крыша, хотя не, наверное, не это. Подождите, или здесь.
Что-то я чуть-чуть запуталась. Да, там, где красная крыша, там вот где-то магазин. Ну, от магазина там совсем чуть-чуть нам пройтись. Мы гуляем уже больше часа. Ну, кстати, он себя прекрасно чувствует, идет. Но единственное, конечно, это то, что воды нам не хватило. Я где-то взяла полбутылки. Но, опять же, повторяюсь, Бруно – лабрадор. Лабрадоры пьют так, чтобы вы понимали. Нос туда запускают, лапы, воду разливают. Не столько пьет, сколько разливает и мочит сам себя. В следующий раз, наверное, бутылку буду брать целую. Другого варианта нет. Вот, запорчик вроде поставили, он был, я не видела. Пойдем, Бруно. Я чувствую, что мы сейчас придем, и моя собака будет очень долго спать. Милош позвонил, говорит, где вы есть? Где вы находитесь? Вы дойдете домой или не дойдете? Может, вам такси надо вызывать? Короче, смеется с нас. Скажи, Бруно, дойдем. У нас сил еще много. Скажи, еще приду и тебя покусаю. Лянь, бабочка. Ой, бабочка. Так ему нравятся бабочки, да? Вот такая у нас прогулка, ребята. Вечером мы чуть-чуть совсем пройдемся. Может, вообще не будем вечером гулять, посмотрим. Сейчас Бруно придет домой. Я ему помою лапки. Влажной тряпочкой его слегка так повытираю. Я стараюсь его не вытирать вот здесь, вот на холке, чтобы не стирать капли. Вот, то есть покупать его полностью я, к сожалению, не могу. Он находит вот такие дырки и начинает их разрывать. Подожди, я не знаю, что в этих дырках. Пойдем, Бруно, а то еще как вылезет какая-то гадюка. В общем, сейчас его обмою немножко, лапки помою, мордашку, животик. Бруно покушает и будет спать. Ну, а я буду заниматься тем временем своими делами. Так у нас начинается день. Вернее, как начинается, тоже можно сказать, вторая часть нашего дня. Раньше у меня день делился на две части, а сейчас у меня день делится на четыре, а то и на пять частей. Благодаря Бруно, потому что мы просыпаемся где-то 5:30, в 6. Но, кстати, знаете, что я хотела вам сказать? Я заметила, что Бруно такой еще, Соня еще тот. Раньше, да, он когда маленький щенок был, он и в 3, и в 4 просыпался. Сейчас он спокойно может спать до 6. И даже когда звонит будильник, то он так, идем, идем. То он так смотрит и, давай еще спать, неохота ему вставать. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Всех новеньких прошу подписываться на мой канал, не стесняться, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения. Папа, бузячки! Фух, наконец-то мы дошли до тротуара, да, Бруно? Пришлось там Бруно немножко на руках перенести через кукурузное поле, потому что там ров был, и он весь колючками зарос. Я его на руках там переносила. Устали. Жарко вообще сегодня просто неимоверно. Жарко, я не рассчитывала, что так будет горячо. Время уже 11:30. Ну, можно сказать, что мы полтора часа полноценного спацерка прогулки у нас прошло. Что там, Бруночка? Что там? Жарко, хочется полежать. Ну, пойдем, нам чуть-чуть осталось. Несколько домов, и мы дома уже. Бруно, пойдем, пойдем, быстрей. Воды напьемся. Пошли, чуть-чуть осталось. Вставай, вставай, ты сможешь, давай. Не, жарко. Ладно, дам ему минутку отдохнуть. Жарко, пойдем, нам чуть-чуть осталось. Воды хочешь? Где Милош? Ну, хоть шибку. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вставай, вставай, вставай. Вставай, давай. Для первого раза ты вообще чемпион у меня просто. Нам чуть-чуть осталось дойти домой. Будем водичку пить, кушать. Бруно сегодня мясушка будет кушать, да? Говядинку. Надо рыбку еще запечь тебе.
на вечер. Не знаю, вечером, может, и не пойдем гулять. Посмотрю по его состоянию, потому что, ну, тоже, знаете, как бы сильно замучивать собаку не нужно. У нас и так получилась достаточно долгая прогулка. Я рассчитывала, что максимум часик мы погуляем. Но оказалось, что мы загулялись. Если честно, сама иду, мне жарко, я хочу побыстрее в душ. У меня лицо горит. Я еще не намазала лицо никаким кремом, ни защитным от солнца, вообще никаким не намазала. Фу. Щеки горят. В черной футболке, но я ее одела, потому что она такая широкая, свободная и домашний вариант, можно так сказать. Домашний вариант еще без дырок. Еще та футболка, которую не успел погрызть Бруно. Совсем чуть-чуть осталось. Вот наш желтенький дом.